Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Бизнес снова сделали ответственным за ковидные ограничения. В правительстве опять заседает штаб по борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе после заседания новых мер решили не вводить, несмотря на ухудшение ситуации заболеваемости ковидом, при росте еще и числа больных ОРВИ. Пока мы не вводим ограничения, рассчитывая на сознательность граждан, ответственность руководителей предприятий, заявил губернатор. Он по-прежнему предлагает прививаться, проводить ревакцинацию, носить маски, соблюдать дистанцию. Иначе, как показывает прогноз Роспотребнадзора, необходимо будет применять более жесткие ограничительные меры, добавил Игорь Васильев. Программа «Экономика». Путин поздравил «Авитек» с 90-летием. Торжества прошли на минувшей неделе. В поздравлении от имени президента говорится, что предприятие считается крупным научно-производственным комплексом, одним из лидеров в сфере разработки уникальных образцов вооружений для новейших средств воздушно-космической обороны. Поздравили «Авитек» также руководители региона и крупных предприятий. Сейчас на заводе работает 4500 человек. «Авитек» начинает реализацию экспортного контракта. До конца года будет заключен еще один. «Экономика» на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Декларации по транспортному и земельному налогам отменили. Налоговики теперь сами считают суммы к уплате. А бизнес избавлен от риска опоздать с подачей документов и получить штраф. Но есть другой риск – заплатить больше или меньше из-за того, что в налоговой неверные сведения или из-за технических ошибок, предупреждает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Чтобы избежать подобных сюрпризов, рекомендуем провести заблаговременную сверку. А в дальнейшем при приобретении новых объектов желательно делать запрос в налоговую о данных постановки его на налоговый учет, чтобы убедиться в верности исходных точек для просчета налога. Или после покупки можно направить в налоговую сообщение о наличии транспортных средств или земельных участков. По сути дела, отменена только декларация. Контроль со стороны бухгалтерии в части начисления транспортного и земельного налога обязательно должен все равно присутствовать. Если с суммой вы не согласны, пояснение нужно направить в налоговую в течение 10 дней. А если вы хотите, чтобы ваши финансы были в руках экспертов, соблюдались сроки и контролировались цифры, таких экспертов вы найдете в компании «Бухгалтер и я». Их образование, опыт и репутация – залог вашей уверенности. Звоните 213-112. Программа «Экономика». Кировским продажникам преподадут науку холодных звонков. В Кирове тренинг проведет член Национальной лиги тренеров и консультантов Сергей Борзов, город Нижний Новгород. Как внутренне подготовиться к звонку и получать удовольствие от игры с незаинтересованным клиентом? Как реанимировать спящих клиентов? Как обходить секретарские барьеры? Об этом пойдет речь. Также коуч даст техники вторжения к клиенту, методики правильной аргументации. Тренинг состоится 15 октября. Подробности на сайте учебного центра ВТПП udc-kirov.ru. Возрастное ограничение 18+. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 72 рубля 92 копейки, евро 84,46. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.